Это те руководители, которые отныне будут курировать 14 районов и один город республики, а также город федерального значения Севастополь. Специальную карту в начале апреля утвердило правительство России. Краснодарскому краю досталось шефство над Ленинским районом. Территориально он находится ближе остальных к Кубани. Регионы-кураторы должны будут в так называемый переходный период оказать необходимую помощь и обеспечить функционирование объектов коммунального хозяйства и социальной сферы. Задачи на ближайшее время обозначил на совещании Дмитрий Казак. Первоочередная помощь – это организация сельхозработ в ближайшее время. Сельскохозяйственные районы испытывают дефицит техники. Следующая задача, которую необходимо также решить, это вопросы подготовки городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, подготовки к осенне-зимнему периоду. Необходимо подготовить объекты образования к началу учебного года. В плачевном состоянии находится здравоохранение республики и города Севастополя. Целевая задача, чтобы уже в ближайшие месяцы жители Крыма почувствовали улучшение жизни, улучшение к лучшему, наведение порядка там, где этого порядка не было. В перечне поручений правительства также ремонт фасадов зданий и благоустройство населенных пунктов. Ленинский район, курировать который будет Кубань, находится на Керченском полуострове и считается самым крупным по площади в Крыму. Проживает там около 63 тысяч человек. Общее, что связывает наши территории – сельское хозяйство. Отрасль – одна из основных для экономики Ленинского района. Но сейчас аграрный сектор, как, впрочем, и другие отрасли в республике, переживает не лучшие времена. Краснодарский край, заявил Александр Ткачев, готов оказать необходимую помощь муниципалитету. У региона уже есть вполне конкретные планы по развитию подшефного района Республики Крым. Вопросы, прежде всего, социального развития, здравоохранения, образования, вопросы коммунальной, жилищно-коммунальной системы, сельское хозяйство. Это все мы возьмем, в общем-то, под прицел и будем оказывать и методическую помощь. Ну и, конечно, впереди курортный сезон. Мы с удовольствием поделимся опытом, который есть сегодня у нас и не только. Поэтому мы восприняли это как, в общем-то, такой, как долг перед Родиной, долг возрождения Крыма. Конечно, вопросов здесь много. Я не был, скажу так, порядка 7-8 лет в Крыму. И, конечно, здесь работы очень много. И Крым подотстал экономически. Понятно, что здесь нужна помощь, безусловно, федерального бюджета в первую очередь. Шефство над районами Крыма поручили не всем российским регионам. Как объяснили в правительстве, в качестве партнеров были предложены лишь те субъекты, которые обладают хорошей практикой государственного и муниципального управления. А это значит, кураторы смогут передать лучший опыт своим коллегам из районов-побратимов. О результатах работы по развитию нового региона России губернаторы должны будут отчитываться ежемесячно в Министерстве по делам Крыма, начиная с 30 апреля. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.